О том, что творится в семье спортсменки, мало кто знал. Всем привет! Вы попали на канал By News. Перед началом этого видео обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте большой пальчик вверх, а также нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить наши новые видео. А мы погнали! На днях Наталья Подольская записала клип на песню «Не отвернусь» с участием Камилы Валиевой. Но больше всего певицу впечатлила не катание фигуристки, а ее мать. Артистка восхитилась тем, как родительница относится к дочери. По ее словам, Алсу Валиева постоянно находится рядом с наследницей и старается поддержать ее во всех начинаниях. Подольская в беседе с порталом Матч ТВ не скрывала восхищения такими нежными отношениями между ними. «Меня больше поразила история с ее мамой. Мама ни на шаг не отходит от нее, это безумно трогательно и впечатляет». Спасибо большое за просмотр, обязательно подписывайся на наш канал, ставь большой пальчик вверх, а также нажимай на колокольчик, чтобы никогда не пропускать наши видео. Всем пока!